Добрый день! В этом видео я хочу вам рассказать об одном новом американском боксе, который работает где-то примерно с марта месяца этого года. В чем его преимущество? Это относительно дорогие клики по полцента за кассовую ссылку или кошлинки, как я их называю. Также относительно минимальный вывод $5, который не повышается, не понижается с каждым последующим выводом, как в некоторых других боксах, на разные платежные системы. Это Payeer, Perfect, Payza, ну и Bitcoin. В общем, пройдем давайте на страницу регистрации. В первом поле вписываем имя, во втором фамилию. В третьем логин. Указываем свой e-mail. Почту указывать Gmail надо, чтобы пришло письмо активации. Дальше. Пароль. Повторяем пароль. Вводим капчу. Ставим галочку, соглашаемся с правилами. И нажимаем регистр. Так как у меня уже аккаунт зарегистрирован, я вхожу в свой аккаунт. Ввожу капчу. Ну и прежде чем мы попадем в наш уровень, ну, в наш рабочий кабинет, тут надо пропустить эту рекламку. Таймер проходит быстро, 10 секунд. Сейчас он кончится, и мы попадем в кабинет. Нажимаем на синюю кнопочку и попадаем в свой рабочий кабинет. Итак, первое, что мы делаем, это переводим сайт на русский язык. Выбираем русский, кликаем. Все, переведен сайт на русский язык. Второе, что нам надо сделать после регистрации. Нажимаем на счет активности и выбираем профиль. Заходим сюда, кликаем. Прокручиваем страницу вниз. И вот видите, тут платежные системы. То есть мы можем выбрать платежную систему, на которой будут аккумулироваться наши средства, которые мы будем получать, кликая на платные ссылки. Я выбрал Perfect Money. Ну, вы можете выбрать, например, Payeer или Bitcoin или Payza. Но мне удобнее выводить на Perfect Money. Выбрали, нажимаем «Представить». То есть «Сохранить». Появляется такая вот зеленая запись, чтобы обновление прошло успешно. Далее. Нам надо верифицировать свой аккаунт. Для этого. Вот видите, у меня уже верифицированный. То есть у меня загружена фотография и документ. Или паспорт, первая страница, ну или права, или какой-нибудь другой документ. Для этого, кстати, тут вот указаны размеры. Размер файла не должен превышать 1 мегабайт. Ну и вот в каких файлах, ну в каких форматах они могут быть. То есть не перепутайте. Дальше кликаем на этот квадратик. Выбираем из компьютера файл фотографии, загружаем. Также выбираем документ, кликая на этот квадратик. И опять спускаемся вниз и нажимаем «Представить». У меня уже все загружено, так что действуйте, как я показал. Дальше. Пройдусь чуть-чуть по этим по пунктам. А, да, дальше. Заходим в безопасность. Чтоб сразу все сделать, да, заходим в безопасность, это пароли нам не надо, у нас установлено все. Дальше, вот что нам нужно. Нам нужен контрольный вопрос и контрольный ответ. Он надо будет нам при выводе средств, у нас запросит. Ну и допустим, набираем там любое слово, любой ответ на него. И нажимаем обновление, то есть сохранить.
А, не забудьте подтвердить его второй раз. Это очень важно. Дальше я вам покажу, как же тут работать. Заходим сюда, вот эта кнопочка «Обзор», это мы всегда попадаем в свой рабочий кабинет, кликая по этой кнопке. Вот наш рабочий кабинет, и ниже показано вот количество, вот это красненьким показано количество, то, что я заработал с пакета, который я купил. Это комиссия с пакета, мои рефералы, которые покупают, и еще нету. То есть никто не купил пакет. Это показано, сколько у меня пакет активный, один пакет активен. MyTime, это мои рефералы, 77 рефералов у меня. Это показан баланс, сколько я внес вообще на счет этого проекта. $10 я покупал пакет. Тут у меня показан лимит в день. В день я мог вывести $22. Тут показано, сколько я вывел всего. Я два раза выводил почти $10. И тут вот показано, сколько я заработал на кэшлинках, на кассовых ссылках. И еще одна особенность этого бокса. Вам платится 50% от клика реферала по кэшлинкам. То есть, если ваш реферал кликнул на 1 цент, вам идет полцента с его клика. Дальше. Теперь. Чтобы нам начать работать, чтобы у нас появились кассовые ссылки, нам нужно сперва просмотреть 10 ссылок, 10 сайтов обычных. Обычный серфинг. Для этого нажимаем старт серфинг. Открывается таймер. Да, очень важно. Ждите таймер. Вот если вы случайно кликнули на поле, ну или куда-нибудь, ну или открыли новую вкладку, допустим, случайно, то таймер останавливается. Это как бы защита от читеров, ну и так далее. Для этого кликаем на эту надпись, чтобы таймер пошел дальше. Вот он прошел. У нас появляется капча, одинаковое изображение. Выбираем вот принтер. По этим кнопочкам. Эта кнопочка так и написана. Если вас заинтересовал сайт, который рекламируется, вы можете открыть его в новом окне. Эта кнопочка вам понадобится, когда вы захотите вернуться в аккаунт после просмотра 10 ссылок. В данный момент вы нажимаете на красную кнопочку Next Site, то есть следующий сайт. Кликаете, вот опять пошел таймер. Да, еще. Вот здесь вот отображается количество сайтов, которые вы уже посмотрели. Вот видите, один. Ждем, пока кончится. Я не буду все 10 сайтов досматривать, так как я их уже просмотрел на сегодня. И нажимаем назад в аккаунт. То есть вы поняли, да? Вы должны обязательно выполнить 10 сайтов просмотреть, чтобы вам дали платные ссылки. Что-то долго. Вот попадаете обратно в свой аккаунт. После просмотра 10 бесплатных нажимаете на View Cache Links. То есть просмотр платных ссылок. Я сегодня свои просмотрел, поэтому у меня их нету. А у вас же тут будут такие квадратики, будут красно-коричневые. От 15 до 20 штук в день. То есть и вы их будете просматривать, и ваши рефералы. Будете кликать на каждый квадратик, на кнопочку прямоугольную внизу. Там уже капчи не будет, там будет просто кнопочка синяя. Вы просмотрели, кликните на эту кнопочку и это окно закроете. Ну и на следующую, и так далее, просмотрите, сколько есть. Да, и еще одно. В течение дня там, допустим, могут вам дать сперва 15. Но всегда дают не меньше 15 платных ссылок.
Ну а потом в течение дня могут добавить еще до 20, так что если их нету, заходите в другой раз, то есть попозже. Ну вот вроде и все. Да, еще теперь я сейчас сделаю вывод средств, которые у меня на аккаунте. Для этого опять возвращаюсь в него. И еще, да, вот, запрос снятия, да, я нажимаю сюда, чтобы вывести средства. И вот, тут показано, сколько у меня средств на каждом балансе. Я вам в начале видео говорил, что нужно поставить кошелек Perfect Money, кружочек, чтобы накопления шли на него. То есть вот сюда вот. Так как я этого сразу не знал, то у меня сперва стоял CoinPad. Ну, биткоин кошелек, и накопления шли сюда. Потом на Paizo чуть-чуть. Вот видите, у меня по разным кошелькам разбросано. Для этого поставьте на Perfect Money сразу, и тогда у вас весь баланс будет вот здесь вот. Теперь давайте я выведу эти $5, поставлю на вывод. Выбираю Perfect Money. Тут выбираю баланс, на котором они у